Друзья, привет! Хотелось бы немножко поговорить о везении. Не знаю, это происходит только со мной или у вас такое тоже было? Если у тебя такое было хоть раз, пожалуйста, поставь лайк. Короче, тема такая. Допустим, ты хочешь апнуть, не знаю, какое-то определенное количество кубков, либо там новую лигу, либо новую арену, либо новый ранг, неважно, да? Ты играешь, потеешь, проигрываешь, снова выигрываешь, потом тебе остается одна карточка, либо там несколько кубков. Ты, естественно, ее проигрываешь, а потом, как снежный ком, по нарастающим ты начинаешь просто сливаться вниз с бешеной скоростью. Вот у меня то же самое только что было. Я Шелли, вообще, расскажу предысторию, апал на 500 кубков. Ну, как-то не срослось, да, слился. Ну и поставил себе просто планку хотя бы вернуть 400. И вот я уже сижу, играю, не знаю сколько, пытаюсь вернуть эти 400 кубков. И остается одна игра. Я все тащу, все классно и... Что вы думаете? Не хватило ровно одного кубка. У меня такое часто случается. Это не случайность. Это реально у меня такая закономерность. Причем это еще с Clash Royale у меня тянется. Напишите в комментариях свои такие ситуации, которые были. И поставь лайк, если у тебя такое тоже было. Короче, вы, я думаю, поняли. Надо Шелли вернуть на 400 кубков в режиме вампиризм. Ой, поехали. Поехали. Естественно, даже если я сейчас, надеюсь же, апну, да, пойду дальше. Надо ее на 500 как-нибудь вывести. Но в этом режиме, наверное, сегодня на стриме буду играть. Кстати, ссылка на стрим будет в описании, да? Приходите ко мне на стрим сегодня. Буду апать, скорее всего, Пенни, Воробушка и, возможно, еще кого-то. Ну, точно не Шелли. Так, а тут еще один был, есть или нету? Ага, вот, да, все, есть. Есть, так. Минус 2 бойца уже. Так, стоим. Тихо, тихо. Оп, отлично. Ой-ой-ой, сколько банок. Просто... Держи просто плюшку. Фак. Фак, просто. Вот оставался один кубок. Ну ладно. Сколько минус? Минус 2. Осталось 3. Ох, друзья. Это либо, знаете, просто закон подлости, либо ты просто волнуешься, когда последние катки начинаешь тупить. Либо же все-таки закон подлости, он существует. Ну я хз, это в рояле у меня то же самое было. На твинков, там на основе, пытался апнуть там новую арену, к примеру, да. Остается одна каточка, и хрен ты ее затащишь. Вот как ты не старайся, тебе либо контр-колода, либо зависнет интернет, либо цикл будет говно, либо еще что-то. Вот, ну не знаю, напишите ваши какие-то ситуации в комментариях, я почитаю. Так. Поехали. Три кубка мне надо, чтобы вернуть хотя бы 400. Но это, знаете, ну, мне они не особо нужны, но это просто такая, я не знаю, принципиальная планка. Ну, просто хочется, чтобы, ну, просто ты играешь и хочешь взять все и уйти, все, офнуть игру. Но не получается. И ты не офаешь ее. Это жесть. 6 бойцов осталось. Это, получается, у меня сейчас, если я умру, минус 1 будет. Играем дальше. Вот сейчас будет... Плюс один, по-моему, уже. Или нет, тогда было бы 0. А сейчас будет плюс один. Так, ну меня плюс один не устраивает. Мне надо больше. Так, стоим, стоим, стоим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, хорошо. 4 бойца осталось. Ой-ой-ой, Леон, короче, такой. Так. Уходим. А кто там сдох? 3 бойца осталось. Я, Леон и Пайпер. Так, Леон в стелсе. Окей. Забираем баночку. Простреливаем все. Ну, сейчас, скорее всего, Леон отрегенится, когда убьет Пайпер. Да, отрегенился, вот он. Давайте стычки. На, падла, топ-1. Просто на видос, красиво. Пацаны, заслуженный лайк, я думаю. Плюс 7 кубков, мы вернули 400 трофеев. Наконец-то, 404. Фух. Давайте, вот я все-таки хотел ее на 400 вернуть. Вот давайте я лучше остановлюсь именно с этим персонажем. Потому что дальше, ну я только сливать буду. Когда ты не настроен уже дальше идти, то уже не будет победных каток. Я предлагаю взять либо Пенни, либо Воробушка. Давайте, я думаю, Пенни проапать. На 400 тоже надо. Сегодня на стриме буду апать либо Воробушка на 500, либо Пенни вот по максимуму, сколько смогу. Именно в этом режиме. Кстати, я не посмотрел, когда он заканчивается. Но я надеюсь, что он еще не закончится. Блин, ну... На Пенни надо центр как-то занять сейчас. Оп. 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 Блин, ну когда со всех сторон на тебя, знаешь, не особо Пенни тащит. Пошел вон, пошел вон.
Тихо. Не, ну... Тут я набокопорил. Сейчас все будет, сейчас все будет. Я еще и умер девятым. Вот это непруха. Я, короче, просто знаю, что Пенни в центр залетает и просто всех выносит, но там со всех сторон было нереально. Так, поехали. Блин, сколько булов, просто жесть. Так. Угу. Так. 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 Не-не-не-не. Опа, отлично, все. Я центр занял. Мортира стоит. Сейчас мы стакаем на еще одну. Так. Тихо, тихо. Падла. Падла, падла, падла. Как я это допустил? Попал, все, убил. Правда, на ульту еще не хватает. Но у меня 6 банок. Так. Тихо. Пам, пам. Не достаю, не достаю, парни. Давай, давай, давай. Так. Тихо, тихо, нет, Спайк. Ну, блин. Спайк все испортил. Так бы, я думаю, что как минимум топ-2 я взял бы. Ну, ладно. Плюс 4 кубка. Хорошо. Но на самом деле на Пенни мне еще надо потрениться. Потому что я пока не представляю, как я буду апать. Скорее всего, воробушка буду апать. Аккуратно буду бегать там. Тут как раз для воробушка нормальная карта такая, можно. Точнее, режим. Бля, что я... В рот мне ноги. Еще раз, поехали. Вот это ошибка, когда ты начинаешь играть и что-то комментировать, что-то обсуждать. Это... Надо сосредоточиться на катке, это неправильно. Все, поехали. Так. Блин, не пускает в центр Шелли. Так. Так. Я сейчас попаду, попаду. Есть, есть, есть. Пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Мортира. Хорош, все. Да, Пенни интересно играть. Пш, не, ну ты придурок был. Серьезно. Так, отлично. Сейчас постараюсь топ-1 взять. Осталось 6 бойцов. Мортира, конечно, читерная вещь в этом режиме. Оу, тихо. Отлично. Так. Так. Забираем сейчас энергию. Чуть не попал. Аккуратно, Брок. Аккуратно. Мортира, что ты не агрессивный? Неужели он далеко? Тихо. Так. 5 бойцов еще, ё-моё. Мне надо убить Брока срочно. Если я его не убью, я сдохну. А убил не я. Да хотя бы один выстрел попасть. Бля. Не умею я за Пенни играть, серьезно. Ну ладно, плюс 4 кубка. Давайте еще каточку, еще одну. Или давайте кого-то другого. А, ладно. А я просто не знаю, кого еще взять. Напишите в комментах, кого в этом режиме мне прапать. Поехали, последняя катка. Все, сейчас затащу. Че, никого нет? Оу. Тоже, тоже Пенни. Только я тащу сейчас. На-на. Все, 120 хп осталось. Так, примат. Тихо, 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 тихо. Сосать. Аккуратно. Аккуратно. Да, я не умею играть за пиратку. Я чувствую, что я туплю. Так, кольт. Ах. 5 бойцов, так. Кого выбрать? По кому стрелять? Ладно, я забью на Пайпер. И на Кольта забью. Сейчас вот тут где-то стану и кого-то выстрелю. Так. Да вот, Пенни надо добивать. Надо добивать Пенни. Пенни, подойди только, пожалуйста.
На. Минус Пенни. Найс. Блин, не знаю, музыка вам не громко? Так, Брок живой. Фуловый, точнее. Так. Пау. 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 Мимо, все мимо. Все мимо. Угу. Окей. Так, ну смотрите. У них лоу хп, мне, если я не попаду сейчас. Так, отлично. Ну все, ставим мортиру. Ну, я думаю, я затащил. Аух! Ну, у меня все равно пока больше. Я пойду возьму еще два кристалла. Так, ну все, ну, тут однозначно, если я проиграю, я удалю канал. Не, тихо, 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 тихо. Фу! Ну, это было невозможно просто, я знаю. Ребят, тут, кстати, я не знаю, сейчас, оп, счетчик. А, вот он, счетчик. Ну, вы не видите, сейчас я вам покажу, смотрите. Ай, блин, как показать, а как показать вам? Не... Альт вроде, а вот. А, это не то, не то. Короче, у меня почти на канале 800 тысяч подписчиков, там осталось 500 людей, зрителей, я не знаю, подписчиков, и у меня 800 тысяч. На 800 тысяч готовится еще один клип, надеюсь, он получится годным. Поэтому подписывайтесь, помогите добить эту цифру. Вообще топим кляму. Спасибо, что вы есть. Подписывайтесь на канал для стримов. Сейчас будет стримчанский после этого ролика. Увидимся там. Поэтому не прощаюсь, а говорю до скорых встреч.